Ну еще из событий дня. В Оренбурге официально появилась улица имени Александра Прохоренко. Сегодня на многоэтажке в районе стадиона Оренбург открыли памятную доску. Место выбрано такое, что рядом находится стадион Оренбург, рядом находится школа, рядом находится центр дзюдо. В перспективе здесь будет разбит парк для того, чтобы не просто горожане и жители области, но самое главное, молодое поколение помнило, гордилось нашим земляком. Напомню, Александр Прохоренко погиб 17 марта при выполнении специальной операции в Сирии. Офицер наводил авиаудары по террористам близ Пальмиры. Герой вызвал огонь на себя, когда его обнаружили и окружили боевики. Губернатор Юрий Берг пообещал назвать одну из улиц Оренбурга именем Александра Прохоренко. И вот решением городского совета безымянной улице присвоили имя Героя России. Между тем, местные жители не могли скрыть эмоции, узнав об этой новости. Не просто чувство гордости, чувство патриотизма, чувство солидарности со всеми нашими солдатами, которые дают свою жизнь во имя нашей Родины. Ну, слов нет, одни эмоции, ей-богу.